Историю студии «Союзмультфильм» и всего отечественного мульткино невозможно представить без творчества замечательного художника Леонида Шварцмана. Именно он в 50-е годы работал над знаменитыми рисованными персонажами «Аленького цветочка», «Золотой антилопы» и «Снежной королевы», а позже создавал популярных героев кукольных сказок «Варежка», «Чебурашка», «Крокодил Гена» и «38 попугаев». Но до того, как анимация стала судьбой, а студия «Союзмультфильм» родным домом художника, в жизни минского школьника была мечта о Ленинградской академии художеств и военный Кировский завод, где будущий создатель мультфильмов проработал всю войну. Как и все маленькие дети, я стал рисовать очень рано. Вот к тому же мой старший брат рисовал, и это как-то меня тоже вдохновляло. Ну, когда пошел в школу, дальше больше. Ну, там вокруг ребята рисовали, особенно один. Это мой друг детства, к сожалению, его сейчас нет. Это Лев Исаакович Мильчин. Очень интересный художник. Художники не только мультипликации, но художники натурного кино. И вот общение с ним дало мне тоже очень много. Вот. И когда мы уже стали постарше, мы вместе с ним поступили в художественную школу в Минске. А потом нашей мечтой стало после окончания школы поступить в Ленинградскую академию художеств. Но ни он, ни я были еще недостаточно подготовлены к этому. И когда мне предложили поступить в школу при академии художеств, я согласился. Я 2 года там проучился до войны. А мой товарищ поступил в вновь открывшийся художественный факультет в ГИКа. Это был 1939 год. И вот таким образом мы с ним все время шли рука об руку, потому что после войны я послал, значит, письмо и в Академию художеств, и в ГИК. И из ГИКа пришло, значит, вызов пришел раньше, и я, короче говоря, с 45-го года по 51-й занимался на художественном факультете ГИКа, и с тех пор, в общем-то, я и приобщился к мультипликации. Нужно сказать, что у нас был такой замечательный художник, его тоже нет, Анатолий Пантелеймонович Сазонов. И вот он в 48-м году меня пригласил ассистентом художника, когда он работал над таким фильмом «Федя Зайцев», который делали такие известные очень режиссеры Валентина и Зинаида Брумберг. Вот это мои первые режиссеры, Сазонов мой первый учитель как художника. И таким образом я на студии с 48-го года. Просто фантастика. Когда я закончил ГИК, мы стали работать с Атамановым. Я и Александр Васильевич Винокуров вместе были художниками-постановщиками на «Аленьком цветочке», на «Золотой антилопе» и на «Снежной королеве». Для нас это была огромная школа. Огромная школа не только в работе, но и школа в общении с нашим старшим товарищем Атамановым, который нам дал очень много в культурном развитии. И вообще он был удивительный человек, который сыграл огромную роль в становлении моем как художника мультипликации. Это был тот самый золотой век «Союзмультфильма», который до сих пор все студийцы наши старые, которые остались в живых, вспоминают просто с такой тоской, с такой любовью. Это был удивительный дом. Время было еще, вот 50-е годы, довольно тяжелые. Мы все жили в коммуналках тогда. И волей-неволей, не говоря о том, что мы работали очень много, мы просто жили, потому что никому не очень хотелось возвращаться вот в эти вот довольно грустные коммунальные наши квартиры. И мы там и работали, мы там играли в шахматы, мы там, извините, выпивали, мы там общались, у нас были такие застолья, мы там справляли все праздники, у нас были такие удивительные костюмированные карнавалы, я помню. То есть жизнь била ключом. И в то же время люди там были удивительно интересные. Я вспоминаю Михаила Михайловича Цехановского, это легендарная личность, Ивана Петровича Иванова-Вано. Я вспоминаю, ну, конечно, и сестер Брумберг. Я вспоминаю, ну, конечно, и Атаманова, и Аполковникова вспоминали, Амарника. Это все история нашей советской мультипликации, которая, в общем-то, в нас жива до сих пор. Первые годы, вот первые, я считаю, вот эти 15 лет, которые я проработал, прежде чем я перешел в кукольную мультипликацию, для меня это золотая пора моего становления, ну, в мультипликации и, конечно, прежде всего в рисованной. Конечно, это разные мультипликационные кино. Они отличаются, естественно, и технологией, и спецификой, и подготовкой. Как и в каждом деле, всюду есть свои плюсы и минусы. Если в рисованной мультипликации изнуряет вот это вот тысячи рисунков, которые приходится даже мне, художнику-постановщику, пропускать сквозь свои руки, то в кукольной мультипликации, после изготовления кукол и декораций, там я чувствую себя, ну, ближе к натурному кино, ближе к театру. Там, понимаете, совсем все по-другому. Я освобожден немножечко от этой рутины. Но, с другой стороны, характер рисованной мультипликации более динамичный, я бы даже сказал, может быть, и более гротесковый, имеет свои прелести. Ну, поскольку я проработал полжизни в одной и полжизни в другой, в общем-то, мне близка и та, и другая мультипликация. Вот меня, например, в моем творчестве, в мультипликации, самое близкое, как художника, я говорю, это создание персонажей. Мне это ближе всего. Ну, во-первых, персонажи – это решающие в мультфильме, потому что они являются самым ярким и самым, ну, что ли, привлекательным для зрителя. Они несут всю информацию. Это герои, это актеры. Для меня почти не было разницы, потому что я прежде всего создавал персонажей на бумаге, в цвете. В кукольной мультипликации я делал и чертежи, по которым создавались куклы, а в рисованной мультипликации я рисовал все персонажи в разных поворотах, в разных ракурсах, всевозможными эмоциональными нагрузками. И потом работал с мультипликаторами. Я вспоминаю, когда мы работали с Федой Савельевичем Хитруком, он же сделал всего Оле Лукой. А он прекрасный рисовальщик, он и художник, не говоря о том, какой он замечательный мультипликатор. Я считаю, что вот он у нас мультипликатор номер один. И рядом с ним это Юра Норштейн, который тоже мультипликатор номер один, но Юра больше в кукольной мультипликации, особенно на перекладках, а Хитрук – это, пожалуй, номер один в рисованной мультипликации. Я вспоминаю, как он работал. Это удивительная требовательность к себе. Когда он рисовал, делал сцены с Олей Лукой, он ко мне без конца приходил и говорил: ну вот ты все же нарисуй этот поворот, вот у тебя лучше. Я говорю: да прекрасно, Федя, замечательно. Нет, ты это знаешь лучше. То есть его требовательность была удивительная. Он и рисовал, как он проигрывал, как он прочувствовал. Все у него, как и ни у кого, были какие-то маленькие, какие-то мазочки, какие-то штришочки в каждой сцене, которые делали персонаж удивительно живым. По вечерам, когда вы опускаете голову на подушку и укрываетесь одеялом, я на цыпочках подкрадываюсь к каждому из вас и тихонько дую в затылок. Подую, ваши глазки закрываются, и вы засыпаете. Переход в кукольную анимацию Леонид Аронович считает очень важным этапом в своей судьбе и благодарит за это любимых режиссеров Романа Качанова и Ивана Уфимцева. 10 лет сотрудничества с Качановым, а затем 10 лет с Уфимцевым обогатили творческую биографию художника Шварцмана прекрасным опытом работы с кукольными киногероями, а нашему экрану подарили целую коллекцию популярных мультфильмов, ставших классикой отечественной анимации. Эти оба режиссера удивительно интересные, ну, во-первых, как режиссеры, и колоритнейшие люди, удивительно интересные люди. И Качанов, и Уфимцев. Они очень разные, но, в общем-то, я вам скажу, что они оба были мне очень близки. С Качановым вообще мы познакомились в 1948 году, когда я пришел. Он был мультипликатором вот на Феде Зайцева. Потом он был ассистентом режиссера у Атаманова на «Аленьком цветочке» и на «Золотой антилопе». Вот, так что мы с ним очень давно знакомы и работали параллельно. И вот, когда он меня пригласил, я с ним стал работать. Первый фильм у нас был, я считаю, хороший фильм, интересный. Это «Потерялась внучка». И вот после этой картины мы с ним сделали «Варежку». Это самый любимый фильм из тех, которые мы сделали с Качановым. Ну, может быть, это триада «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Шапокляк» более, может быть, более популярны. Но я, например, считаю, что «Варежка» – это самый удачный фильм Качанова. Я работал на этом с таким интересом. Ну, нужно сказать, что я очень люблю животных, и прежде всего собак и кошек. А там все держится на собачках. И поэтому для меня он любим во всех отношениях. Куклы все сделаны, ну, довольно точно по моему эскизу, ведь каждый этап изготовления кукол проходил тоже под моим пристальным руководством. Иногда я брал в руки даже какой-нибудь мастихин, иногда я наращивал какой-то пастой, иногда срезал кое-что в кукле. Когда подписывали там лицо, там, и я брал даже кисть иногда. То есть я вмешивался. Но единственное, что я не брал иголку с ниткой, потому что женщины шили и костюмы, и все. Но все проходило под моим наблюдением. Поэтому можно прямо сказать, что каждая кукла – это, в общем-то, порождение и авторского, и порождения художника-постановщика. Хоть и работали над изготовлением целый коллектив художников. Например, вот эта мама из «Варежки», которая была какая-то очень бестолковая, все спотыкалась, падала, все теряла, все, понимаете ли, без конца она читала на ходу. И я вот, когда я ее рисовал, я как-то увидел одну нашу художницу, которая работала на киностудии. И потом я понял, что и характер тоже такой. И я фактически потом стал рисовать шарж на нее. И вот родилась вот такая вот какая-то нескладная и такая забавная такая тетка. Когда Качанов познакомился с книгой Успенского «Крокодил Гена» и его друзья, он просто загорелся желанием сделать этот фильм. Ну, они с Успенским написали сценарий, и вот я как художник-постановщик, в общем, стал работать прежде всего над персонажами, естественно. Во-первых, слово «Шапокляк» – это же складной цилиндр. Потом, понимаете, сразу у меня произошла такая ассоциация с тем временем. Это 19 век. И я ее увидел, хоть у нее такой хулиганский характер, такой прямо, она сама прямо Успенский. Вы понимаете, который страшно энергичный, страшно, я бы сказал, шкодливый даже в чем-то. Понимаете? И вот, а раз, понимаете, она лезет во все дела, значит, у нее нос такой длинный, такой долгоносик. И одел я ее уже дамой примерно с 19 века. Вот с такой шляпкой, с таким редикюлем, из которого выглядывает эта крыска, вот, Лариса. И потом вот это вот плиссе гофре, вот эти ее и манжеты, и этот воротник. Так что у меня почти он сразу родился, этот образ. Это хорошо. Хорошо, что вы зеленый и плоский. Но почему? Очень просто. Вы лежите на газоне, и вас не видно. Мы бросаем кошелек на веревочке. Прохожий нагибается, а кошелек убегает. Здорово. Здорово. Мне дороги и куклы, и персонажи 38 попугаев. Там тоже была очень длинная история, особенно очень сложная история была с попугаем и особенно с удавом. Вообще я змей не очень люблю, и я думаю, что меня поймут. Очень многие люди к ним относятся даже с небольшим мистическим страхом. Вот. И вот, представляете, нужно было сделать доброго, доверчивого, лирика, удава. Ну, по характеру он такой, философ такой. И вот, ну, не получалось. Получалась какая-то, ну, малоприятная животина. И вот... Я ходил в зоопарк, рисовал много с натуры. Мне это, конечно, стоило очень, очень много, понимаете ли, преодолеть себя. Но, тем не менее, я его рисовал, я понял очень хорошо и строение его морды. И вот все не получалось. И вот когда я придумала, вот меня озарило, сделать ему нос и на носу веснушки, и вот это сделало его... таким добрым и, я бы даже сказал, обаятельным персонажем. Ой. Какой ты? А какой? Длинный. Длинный. Это я и сам знаю. А какой длинный? Очень длинный. Очень. Очень. Нет, очень. Это не то. А вот с попугаем там тоже была удивительная история. Ведь нужно сказать, что Юра Норштейн был мультипликатором на этом фильме. И вот когда и мы сделали все куклы, принесли и стали ими работать, Юра говорит, нет, говорит. Это невозможно. Хвост мешает. Надо убрать хвост. Ну и, короче говоря, пришлось поломать куклу, убрать хвост. И произошло и даже изменение. То есть эта кукла стала даже не птицей, а таким удивительным человеком, которая напоминала своим характером даже нашего Боярского. Такой энергичный, такой, который вмешивается всегда во все дела. И вот мы уже стали делать характер нашего попугая, ориентируясь и оглядываясь на характер нашего Боярского. Из 56 лет, что я работаю в кино, 31 год отдан мультипликации. Мультипликация – это тот яд, который отравил мой организм, и который, несмотря на то, что, так сказать, я сейчас в основном, так сказать, домашний житель, кресленный житель, нет того дня, чтобы у меня здесь не было учеников, чтобы они у меня не занимались, и то, и пятый, десятый. Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, полетай еще. Хватит, хватит. Главное, Нужно сказать, что я режиссером стал после того, как Лев Константинович Атаманов, мы с ним сделали 3-4 истории котенка по имени Гав, и его не стало, он умер. И мы начали с ним 5-ю историю. И она повисла. И дирекция мне предложила, как режиссеру. А потом пошла гирлянда из малышей, потом пошли обезьянки, потом пошли другие фильмы, там «Доверчивый дракон», там и «Я жду тебя, кит». Но в основном это было сделано 6 фильмов с обезьянками. Над каждым фильмом я работал с большим интересом и с большой любовью. И, конечно, каждый фильм и каждый персонаж очень дороги. Другое дело, что есть, ну, будем говорить, более удачные и менее удачные. Но даже менее удачные, все равно ты вкладываешь и душу в это, и так что они тоже дороги. Мне посчастливилось, и я работала на картине «Крокодил Гена» и «Чебурашка» и «Шапокляк». И вот там я познакомилась с Леонидом Ароновичем Шварцманом. И я вам скажу, что его персонажи, они стали мне настолько близкие и родные. Мне кажется, что Леонид Аронович настолько богом рожденный художник для анимации. Сколько он тепла внес, ведь ни один его персонаж не был никогда равнодушным и холодным. Каждый несет такую индивидуальность, такое тепло. В общем, я считаю, что равного художника по тому вкладу, который сделал Леонид Аронович в анимацию, мне кажется, больше нет. Заслуженный художник России Леонид Шварцман получил много международных наград за создание анимационных героев. Одной из последних была престижная премия от Голливуда за вклад в детскую анимацию. Самый популярный мультгерой художника «Чебурашка» давно стал официальным символом студии «Союзмультфильм». Но только в 2000 году персональная юбилейная выставка 80-летнего мастера впервые собрала рядом с известными киноработами замечательную коллекцию станковой живописи и книжной графики художника Шварцмана. Я считаю, что в каждой области, в которой бы ни работал художник, вот этот фундамент изобразительной культуры является главным. Потому что это развивает вкус, прежде всего, и культуру. Вот мне запомнилось, когда я учился в школе при Академии художеств, там внутри есть такой круглый двор. Там 4 портала. Значит, там архитектура, живопись, скульптура, а 4-й портал – воспитание. Это удивительно точно подмечено, потому что, вы понимаете, искусство ведь не только воспитывает, делает художника, прививает ему навыки, но и воспитывает как человека. Книжная графика на меня оказала огромное влияние. Прежде всего, это связывая я с Ленинградской школой. Прежде всего, это Лебедев, Конашевич, Тырса, это даже в какой-то степени Добужинский. Это мир искусства. Вот, между прочим, Михаил Михайлович Цехановский тоже представитель в графике этой ленинградской школы. Он тоже удивительный художник. Вот. И, видимо, вот эта вот любовь к этим художникам и наложили в какой-то отпечаток, видимо, и на мое творчество. Вот я оказался однолюбом. Вы понимаете, вся жизнь, вот я вот с детства уже хотел стать художником, я и стал художником. Потом я оказался в ВГИКе, я полюбил мультипликацию, ну, чего греха таить. В то время появился на экранах у нас «Белоснежка» и «Бэмби». Вы же понимаете, какое огромное влияние произвело на меня вот этот великий Дисней. И вот я заболел этим, и общение с такими вот прекрасными мастерами, моими учителями, как Сазонов, как Мигунов, как Мильчин, а потом знакомство вот с тем же Атамановым, с тем же Цехановским, Амарником, и, то есть нашими классиками, режиссерами, укрепило еще больше. Так что тут у меня никаких не было раздвоений, никаких колебаний, никаких сомнений. И вот в этом отношении я считаю, что я счастливый человек.